ты только можешь в микрофон пиздеть, блядь, а по жизни ты ноль, ебаный. Я такие, как ты, хохлы, блядь. По пачке в дерево, уебище, ебаный. Ебёт он, ёбёт. Ебать ты можешь, блядь, только руку свою, правую или левую, блядь. Ебать ты тупой, блядь. Да ты чё, я тупой. Рушня ебаная, блядь. Понятно. Я твою овцу, я твою овцу съем у тебя перед глазами, хуйсос. Я сожру твою овцу у тебя на глазах прям. Дота. Господи, дота твоя. Ну окей, давай просто идти не на, на обучение, где он тут находится. Это О, пробовать нашел. 2000 years later. Как выйти из этой карты, где я сейчас играю, потому что я уже все надоело. Выйти нажать там или что? Да, выйти. Бадлан, дота, заткнись, я ничего не слышу. А, ну готовы, да, допустим, нажал, чем дальше. Я потерялся, где мои герои. Не надо, все. Принять, блядь, нажми. Да, нажал принять. И время игры у тебя с первой, смотри, первые там 5-6 секунд, по-моему, или сколько там, 10, это банить игроков, ну, банить героев. Господи, я что, в CSGO матчмейкинг играю, что ли, на фейсе эти карты банить? Нажми, кого хочешь, и забанивал. Луна. А теперь вот после двух, выбирай сразу тини, блядь, бери тини. Типа... Успел? Я не знаю, успел или не успел, как я могу понять. Где ты должен нажать, типа, я на него тыкаю, ну и чё, и где? Нажми, и там выбрать справа будет. Выбрать тини. Он, да, да, не, да. Уже нет, уже выбрал его этот, блядь. Как его, Илюха. Или это ты, блядь. А, это ты выбрал, всё. Я говорю, Володя, ты баклажан, ты, во-первых, меня заставил. Специально, потому что, блядь, китайские ники поставили конченые, блядь, китаяны, блядь. По аватарке различай. Да идите вы срань господню, тут нет аватарки, когда смотришь, тут только ник подсвечивается. А так, здравствуйте, господи, а куда идти-то? А где я, подождите? Что со мной, короче, индеец? Я иду наверх. А где ты, кто ты? Вот петух перед тобой, за мной лети, блин. Ты вообще-то летаешь, я вообще-то хожу, нахуй. Не поебать, лети, блин. Я тебе сейчас скилл прокачаю, понял, где мы? Сейчас возьму дерево. Иди сюда, видел мое дерево в руках, а? А нахер ты меня позвал на мит, если ты тут мужики сильные? Я про чё я говорю? Ха-ха, молодец, Лиля, я пошел, поехал. Монетки забрал. Во-первых, я сейчас только что лазил там где-то на виду, но я ушел наверх, потому что нафиг надо. Ты понимаешь, я играю за какого-то лоха? Жесткого лоха. О, ты что сделаешь? Блять. Вот именно, что я тут делаю? Хер тут мужики. Да гой я поясни, помахаюсь. Получай, с дерева упал, да. Ай, меня за жопу оглушили, мне кажется, жопа, я побежал. Ай, меня изнасиловали. Дота для скилловых, хер пойми, куда идти. Я возродился, вот это да. Ага, только куда мне идти? Я не могу понять, направо или наверх, или налево, или в центр, куда? Дайте мне дерево. Ну идите сюда, мужики, вам жопа. Я бегу за чуваком с деревом, вот это прикол. На тебе по шее. На тебе по шее. На тебе дерево по шее. Эй, не оглушай меня, говнюк. А, ну все, меня оглушили, я ему дерево по башке дал. На, я сдох. Я взял дерево им в жопу. На, по шее. На, по шее. Да не надо стоять. Да меня опять оглушили. Это пипец. И тебе просто говорю. Ну, потому что я нихера, во-первых, не понимаю, это раз. Но уже мид все равно слили. Иду к тебе, блин. Так, иди в жопу. Ага, не попал. Олег, тихо, иди сюда. Пусть по мне не попал. Опа, чуваки, вам жопа. Я сейчас к вам приду. На, камнями вас. Ой, 11 уровень. На, иди сюда, ты. Так, я купил себе меч. Тот кристаллис на крит. Мужики, я сейчас как возьму дерево свое, а? Я говорю, дерево беру и сразу нету в живых просто. С большой колокольни. Он оттуда просто всех лупит. Не, ну Урса козел. А, еще и другой чувак где прибежал. И? Это вот наши крипы идут. Ой, увидел. Так, дайте я дерево возьму. Ты слышишь, козел, ты охерел? Чё, охерел?
Да хоть меня долбить, мужики, ну отстаньте от меня, вы что делаете? Теперь пора моя очередь. Больно. Видишь, кашлять начал. Вломили под дых, ты понял? Угу. На, и все, я побежал. Не, ну пацаны, ну мы реально старались, 17-0 все-таки. Реально старались. Да, учитывая, что вы профессионал, должны как бы объяснять, показывать, типа, что куда. А я бегу одним по какой-то линии, не понимаю, что делать. Я сам половину не понимаю в этой доте, блядь. Ты кого сейчас спрашиваешь? Ты сам сказал, что научить будешь, ты чё? Так, смысле, я мог тебя максимум научить, но это нужно, блядь, долго очень. С первой катки, даже со второй, ты нихера не поймешь, надо как минимум, блядь, отыграть каток, не знаю, блядь. 20, блядь. Чтоб ты понял вообще, как играть в эту игру, блядь, за лукном. Мы сломаем ему башню, чтобы он знал. На кого напали? Минус пак, блядь. Минус этот, минус тот, блядь, и все. Это да. Я амбашу сломал, чтобы вы понимали. Плюс 80 к урону. Молодец, Валера. Я амбашу сломал, понял? Пой за команде. Сейчас я еще одну башню разнесу. И покажу тут батя, да? Отвалите, мужики, вы че? Че вы ко мне пристали? Не нас ждут. Они сразу на меня, короче, толпой нахерачили. Видели, что я вторую башню почти сломал? Они такие, ооо, и полетели ко мне. А пошли после ботов играть, чем мы против людей играем? Реально, можно против ботов поиграть? Да, я почувствую себя героем. Лера, там легче будет. Да я там башню сломал, вы чё, мужики, я уже понимаю, что такое игра, это ты чё? С каждой игрой учусь ему новому, понял? Последний раз играем против ботов, как говорится, на финальную сыграем. Вблизи своего героя я хочу быть. Никем всё. Не хочу быть, здесь нету никого. Володя, ты у нас мастер? Кого мне брать тут? Я вообще никого не знаю. Так, ты у нас знаешь, кто будешь? Удиви. Чел. Бери, короче, вайпер. Вайпер. Вайпер дракона? Это дракончик, да. Окей, ладно. А тут для новичков, тут вообще пофиг. Это не боты, это люди, просто здесь новички. А, да? В смысле, люди не умеют играть, да. Ещё заходим, а там сразу какой-нибудь смурф такой. Нет. Можно, кстати, один пасса, который хорошо играет, но это не факт. Ты его заносишь, занесешь в мусорку. Я его, блядь, убью сейчас нахуй. Я его вон, блядь, серпом, блядь, на очку посажу. Не, я дракончик, а кого что брать-то из скиллов? Уйдете от фонтана, следуете что-нибудь купить. Валера. Да? Ну как там, нормально все? Ну, вообще непривычно играть с персонажем, которым я не играл в ту игру. Просто кажется, пересаживание на другой класс, это нужно, сам понимаешь. Да, Илюха. Ну, Илюха молодец. Илюха вообще не понимает. Все, я убегаю. Ты куда убегаешь ты? Ты у нас огромная скотина, которая должна всех... А, ну я увидел, почему ты убегаешь, понял. Да, именно на меня, спасибо, мужики. Ой-ой-ой-ой-ой. Я сдох. Харкнул, видел как. Давай, блядь, харкай бы побольше, блядь. Ой, плюнул. 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 Ну все, я его отымел. Ура. Ты чего в кустах спрятался? А я тебя видел. А я знаю, что ты дрочишь. А у нас не дрочабрь. На повышке, на повышке, бей. На повышке, бей. На повышке. Бей. На харкнул. Бей. 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 А я что делаю, плюю, что ли? Бей, блин. Бей, блин. Да заткнись ты нахер. Бей. Харкнул. А я полетел теперь. Бей. Харкнул у него еще приколом. Да бью его. Ты понимаешь, я по пути, по кажется, в игре сижу и изучаю эти, короче, ванищи. Как называется, скиллы, потому что хер помечу у него. На, харкнул у него. Это дракон, это саппорт или это обычный танк какой-нибудь? Дракон, это саппорт. Ай, отвали, 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 отвали. Лера. Ну, у меня жопа. На, харкнул. Он, кстати, Лера полетел. А, еще тоже от отравления сдохну какого-то. Ой, мужики, мужики, нафиг надо, и отстань от меня. Илюша, нам не туда. Ну, меня убили, мужики. Вот тут мужики, я тоже хочу с вами помахаться, я сейчас смотри, как делаю. А, ты чё, офигел? Хачпук, блядь, для тебя я теперь пострадал, блядь, хачпукал.
Да хватит! Харкнул во всех. Фига, тут вы, чуваки, матерятся, ты слышал, да? Если что, про этих мобов. Победили силы алкашей. Ура, ты нас опять сыграл. Ура, я победил. Это да, ты видел, да? Мы лучшие, пацаны, мы лучшие. Два чемпиона, короче, со мной, новичков, победили среди этих ботов. Вот это да. Гордость-то берет, а? Лучше, я был лучшим. Надо было ему не говорить, он бы хотя бы рад был.